В Индии в результате давки на железнодорожной станции погибли 20 человек. Еще 30 получили серьезные травмы. Трагедия произошла в городе Аллахабад. На время религиозного праздника туда съехались миллионы паломников. Власти заявили, что давка началась после того, как на мосту сломались поручни. Впрочем, у местных СМИ другая версия. Якобы ЧП спровоцировали полицейские, которые пытались навести порядок в толпе с помощью дубинок. Сейчас точные причины трагедии выясняет полиция.